моим папой работать. Ой, какой работать? Ловите рыбу. Ты уже расчехляешься? Да. Как это? Давай, доставай. Значит, она где-то там застряла. Сейчас попробуем вот так. Вот, блин, Санек. Это вот так делается, пап. Пап. Ага, ты ее заново сложил. Где-то ты не пап. Вот так делается. Я научился обладать удочку. Ух ты, молодец. Давай, короче, это, наживляться, расчехляться, да. Прикармливаться, да? Вот, ребята, я еще не успел свою удочку разложить. Саня уже долбанул, показывай свой улов. Карась! Карасяка! Ну-ка, давай мы садок достанем. Клось еще, клось. Вот, сейчас смоется. Я такое чувствую, что ты меня что-то поцеловал. Поцеловал? Да. Не слышно. Ну, потому что у них нет голосовых связок. А у нас да. О, Санек. Что? Вот эта рыбалочка началась, да? Она опять клюет, Сань, смотри, поплывок. Подожди, на, кидай эту. Кинул? Да. Все, давай в воду. Аккуратно не кидай. Ага. Это мы дубасим карасей, пап. Кто дубасит? Мы. Дубасим карасей? Да. Красавчик. Вот ты меня на рыбалку вытащил, да? Сейчас бы бабка отдыхал, а ты такой неспокойный, надо на рыбалку ехать, да? Любишь рыбалку, Саш? Молодец. Я еще не успеваю расчехляться, Саня уже долбит. Сразу вторая поклевка за 2 минуты. Не спеши, Сань, поставь на место. Эх ты, кто так делает? Ух ты. Наверное, уклейка маленькая, Сань. Давай вытащим, перезабросим. О, есть, елки-палки. Это маленькая какая-то селявочка, Сань. Кто это? Карась. Карась, ага. Маленький, давай его отпускать надо. Да. Давай, снимай с крючка. Помоги. Ладно, я попытаюсь сам, я умею. Давай, ты же можешь. Ты же уже рыбак заядлый. За крючок бери, а не за леску. А, не дергайся, какашка. О, а, блин. Куда ты его отпустил? Ну ладно, поправляй опарышей на крючке. Вот он поплыл. Да он сейчас отпустишь его. Опарышей поправляй на крючке. Все? Да. Давай заброшу. Да, да я сам. Сам? Да, в резину. Только дай подожди. Да, я в резину. И куда ты забросил? Так. Да не так. Палка. Опа. Вот так. Вставай, поклевка. Иди спасай карася. Че ты его бросил? Но он же теперь... Не уплывет. Он в шоке. Давай помогу тебе. Да рукой возьми его. Вот что. Угнал, да? Как мотоцикл какой-то. Опа. Пойду, мэн. Давай, пойду, поднимайся. Пойду, мэн. О, Сань, уже 2 рыбы. Я еще удочку свою не успел расчехлить, а ты уже 2 карася заловил, да? Молодец. Хорошую, счастливую мы тебе удочку купили, да, Саш? Рыба нравится моя, чем твоя. Ага. Че, опять? Блин, Саня опять клюет. Все, пускай дыбает, а я пока свою удочку расчехлю, хорошо? Рекомку давай. Сейчас дадим. А ты что за мошки летают? А, маленькая мошкара. Кстати. Ух ты. Долбит, долбит, Сань. Угу. Тихо.
Я один, знаешь, какой хотел? Этот. Ну, этот, это большой. Ну? На него ты вообще ничего не поймаешь. А почему? Ну, он большой. А на какой ты можешь поймать? Ну, вот такой же, как у тебя, вот такой поплывой. Вот такой зелененький? Да. А я хотел зелененький. Ну, у тебя чуть-чуть такой же, видишь, желтенький вверху, и у меня будет желтенький вверху. А, этот? Да. Давай пока тебе достану его. Давай. Че, доставай прикормку, надо прикармливать. Достаю. Там поклевочки есть, но они что-то слабенькие. Надо рыбу вызывать, да, Саш? Что ты там, багет достал? Да. Блин, комарики клюета задолбали, да? Где они? Давай, ложись сюда, сейчас будем прикармливать. Ты что творишь? Ты почему опять грязный? Там что-то ел. А, да? Все, сейчас перезабрасываем поплавуки наши. И ждем поклевок, да? Прикормились, Сань? Все. А мы наобсосали. Да нет еще. Рано, у тебя ж не клевало еще. Пожарим. Что ты делаешь, Сань? Знаю. Еду готовишь, короче, да? Колбаска у тебя здесь, сало, да? Вкусненько. Что? Настоящий. Не, пускай еще томится, Саша. Да что? Потом на хлебушек это все, и дядя Валера червей принес. Дядя Валера, привет передай нам, нашим подписчикам. Я не знаю, еще жарь, наверное. Черная. Ну, потому что это прикоптилось. Еще жар. Мы вот на пикнике. Ну, ты ж просился, да? Это поход. Клюет у дяди Валеры. Опа, есть, Сань, карась. Снимай. А он не пенит, а там он захватил, хорошо. А, да, хорошо взял. Я тогда умею его снова. Мы тебя отпускали, никто не хотел уплывать. Все. Смотри, дядя Валера, пока я тут это Саньку шашлыки делал, он поймал. Хорош. Я научился тут кататься на коточках. Молодец. Еще одну рыбку в садок, Сань. Да. Как тебе рыбалка? Нормально. Хочу тут жить. Смотри, вот тут. Ну-ка. Просто хлебушек и карасик. Вкусно? Да. А? Кайф? Угу. Давай я попробую. Вкусно. Этот карасик был в глине. Просто в глине, без всяких специй. Вкусно. А вот так выглядел костер, когда я его ловил. Давай все в костер кидай, пускай сгорает. Мы сейчас еще пару рыбочек поймаем и домой, да, Саша? Нет. А что нет? Хочу сейчас. Вот это хочу. Вот. Уплыла? Нет. Вот. Прыгнула. Но у меня не поймал ее. И твою прикольную. Угу. Вот Саня прикармливает. И буду есть, кушать яблочко. Ох ты, яблочко нашел. Давай показывай тогда людям, что ты поймал там. Два колоса. Ты же меня на рыбалку вытащил, Сань. Сейчас Санек покажет, что поймал, да, Сань? Ого! Да там не два, там побольше. Ну-ка, понеси сюда, покажи. Ого! Наливай ведро в воду. И что ты, дымки понесешь кошкам? Да.
Ну все, кошек ты сегодня обеспечил, да, вкусненько? Да, неси. Покажи. Вот, наливай. О! Вот, наливай. Сам поймал? Да. Молодец. Ты поймал, папа. Чуть-чуть поймал, помогал, да? Пап, воду неси, без тебя. Хорошо, подожди. Наливай. Куда? В ведро. Зачем? Они здесь сдохнут. Не сдохнут. Сдохнут. Это же карась, он живучий. Ну давай, наберем воды. Они же сдохнут, кайси. Как тебе рыбалка сегодня, понравилась? Нормально. Классно отдохнули? Да. А мне давай тапочку. А. Мне нравится.